Итак, мы начинаем следующий сет работы с ягодицами. Из поясницы переходим к локтевой технике. Сет номер 3. Итак, вот мы все размяли, разогрели, да, прошли точки. Теперь такими большими массивными махами мы работаем с этими крупными нашими, ну, не нашими, крупными мышцами нашего подопечного. Значит, вдоль гребня подвздошной кости раздвигаем таз от корпус всего тела, да, большим захватом, вот захватываем всю мышцу, видите, и обходим ее круговыми такими большими движениями, вот. Можно локально где-то вот нашли там место, да, где-то локально вот так более проработали. Тут еще важно вот место крепления, вот это вот где, его тоже вот так вот захватывать. То есть прямо так локально получается снизу, вот видите. Я так приподнимаю его мышцы, вот так вот, видите. То же самое, если помните, мы локтем это делали с трапециевидной мышцей, так вот ее приподнимали вверх, да? Вот так же мы вот кусочек этой мышцы вот приподнимаем вверх локтем. Потом переходим к крестцу, тоже нормально, не опасно с ним локтем работать, да? Прорабатываю вот эти вот места, где соединения крестцово-подвздошные, можно чуть-чуть их простучать. Если до этого мы внедрялись пальчиком туда, да, то теперь локтем, острием, пошире, можно туда внедриться. И где позвоночник, не стучим, стучим только на крестцово-подвздошном сочленении. Где позвоночник, вот так вот немножко можно пройтись, рядышком прямо с ним, не нажимая ни в коем случае на остистые отростки, рядышком. Нарисуем птичку, это вот по подвздошной кости сюда, сюда на крестец и в эту сторону вот сюда. Ну, кстати, можно работать и спереди, в принципе, с ягодицей, если вы одновременно делаете все вместе, да, а не по половинке. Так, что значит птичка? Ну, это просто вот такой рисунок получается, похоже на чайку, да? Сюда зашли и сюда, и в обратную сторону сюда и сюда. Поэтому просто так, ну, чайка можно назвать этот прием. Так, и далее делаем в завершение локтем два больших, извините, не два, несколько линий проходов вот таких. Три линии, четыре получилось, да? Всем силой вашего локтя прямо туда. Раз. Два. Растягиваю вот эти ягодичные большие мышцы. Три. Четыре. И завершение. Быстрое такое согревание, когда мы обоими локтями работаем. Это вот те приемы, которые вот у нас из восьмерки взяты, да? Вот, то есть мы дошли второй рукой сюда, а это предплечье так и осталось здесь, да? Подхватываю мышцу и вот ее сюда растаскиваем. Потом в обратную сторону. Сюда. Сюда, сюда. Вот это такое движение достаточно быстрое, энергичное вы делаете, да? Поднимаете мышцу оттуда сверху. Закончили работу и перешли на другую сторону организма, например, да? Или растерли и перешли, если вы заканчиваете эту процедуру здесь, да? И перешли к мягким постукиваниям. Все сочленения мышечные с подвздошной косточкой можно постучать, крестец можно стучать, не бойтесь достаточно сильно. Если все-таки боитесь, что можете повредить человеку, да, можно стучать как бы на срыв с вашей руки. Вот одна рука стоит, а другая с нее соскальзывает и подстукивает в крестец. Вот такой прием. Опять же, по позвоночнику мы не стучим, ни в коем случае, мы стучим только на крепкие сочленения мышц. Ну и в завершение можно шестеренки сделать по всей поверхности ягодичной и по поясничной. Приподнять человека даже можно, вот так немножко встряхнув его. Вот, за вот эти подвздошные косточки снизу так мягко только беритесь, а то бывают там лимфоузлы воспалены и можно причинить боль. Как можно мягче вот с этими косточками обращайтесь. Встряхнули, да? Широким хватом сделали вот такие завершающие
тельняшечку. Техника утюжки, помните, вот эта поверхность плоская, да? Вот, от крестца можно, да, вот в разную сторону запустить эти вот утюжки. И потряхиваниями успокоили человека, расслабили и показали ему, что процедура завершена.